Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Никитина. Сегодня я приглашаю вас к разучиванию еще одной интересной песни. Правда, формат будет не совсем обычный. Мелодию и текст этой песни, я уверена, что вы все знаете с детства, потому что это колыбельная медведицы из самого восхитительного доброго мультика «Умка». Это песня на слова Юрия Яковлева и музыку Евгения Крылатова. В чем сегодня будет необычность нашего урока, я попробую вам рассказать про гармонии, которые в этой песне используются, как их можно воспроизвести на фортепиано, и мы с вами получим такое сопровождение, у нас в конце занятия получится, под которое вы можете исполнить эту песню сами. Структура совсем простая. Это у нас получается восьмитактовый период. Вот. И первая часть его, первые четыре такта, это гармонические функции тоника. Доминанта, доминанта, тоника. В буквенном обозначении, если у вас под рукой, например, гитара, вы будете исполнять тоническое трезвучие. Г-дур, то есть соль, мажорный аккорд. Дальше, доминантовый септаккорд, это мажорный септаккорд от нотки ре по басу. И потом обратное звучание, опять мажорный септаккорд от нотки ре, доминантовый септаккорд. И возвращаемся к тонике. Г-дур. Во второй части у нас начинается красота. Красота начинается с субдоминантового аккорда. Мажорное трезвучие от нотки до. Далее звучит минорная субдоминанта. Трезвучие окрашивается в минорной краске, появляется ми бемоль в гармонии. Следующий шаг – это трезвучие третьей ступени си минор. Это приходится на текст «Белые медведи». И следующий как этап развития септаккорд шестой ступени от нотки ми минорный септаккорд. Так, и мы выходим на конденцию, то есть на завершение. Септаккорд от ноты ля второй ступени септаккорд. Дальше выходим на доминантовый септаккорд. У нас уже был такой аккорд, мы с него начинали. У нас такая арочка звучит. И тоника. Ну что, посмотрим, как это будет звучать. Вот такой необычный опыт у нас сегодня получился. Я была рада всех вас видеть. Хотите петь? Пойте с нами. До новых встреч!